Итак, друзья, в Россию привезли новый японский внедорожник Isuzu MU-X и заметили новинку в Новосибирске в компании Luna Auto. И это значит, что в ближайшее время желающие смогут приобрести данную модель. О ценах поговорим ближе к концу ролика. Но пока пройдемся по технической части. По габаритам модель близка к Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner. Длина составляет 4 метра 85 сантиметров, колесная база 2 метра 85 сантиметров, а глубина преодолеваемого брода 80 сантиметров. Для российского рынка модель будет доступна с 3-литровым турбодизельным мотором, выдающим 190 лошадиных сил. Блок чугунный, а привод газораспределительного механизма шестеренчатый. И максимальный крутящий момент в 450 ньютон-метров мотор выдает уже с 1600 оборотов. В качестве трансмиссии устанавливается безальтернативный классический шестиступенчатый автомат марки Aisin. И привод только передний. На других рынках доступны версии и только с задним приводом. Но у Isuzu MU-X отсутствует в раздаточной коробке межосевой дифференциал, поэтому самый прямой конкурент для модели – это Toyota Fortuner. Салон у модели выглядит достаточно современно. Передняя панель выполнена под кожу, с прострочкой и с использованием настоящих ниток. Также доступны кожаные кресла и вставки на дверях. Думаю, все уже ждут реальные цены в России, поэтому будем переходить к комплектациям. На выбор будет доступно две комплектации. Начальная называется Комфорт, которая имеет 7 подушек безопасности, тканевый салон, 7-дюймовый экран мультимедийной системы, двухзонный климат-контроль, задний парктроник, систему дистанционного запуска двигателя и датчик дождя. Такой внедорожник стоит 5 549 тысяч рублей по РРЦ. Вторая комплектация Premium Safety получила комплекс электронных ассистентов, включая систему автоматического торможения и адаптивный круиз-контроль, кожаный салон, электропривод сидения водителя, мультимедийный экран на 9 дюймов, передний парктроник и электропривод двери багажника. Стоимость такой комплектации по РРЦ обойдется в 5 999 тысяч рублей. Какими будут допы, пока вопрос. Делайте свои ставки в комментариях. Очень интересно узнать ваше мнение, поэтому давайте пообщаемся и подискутируем. Также буду рад, если вы перейдете на канал для просмотра других роликов. И, конечно, приглашаю подписаться на канал и нажать на колокольчик. Подписывайтесь на телеграм-канал, Яндекс.Дзен и до новых выпусков!